Выплаты за донорство возобновились. Напомню, в январе этого года было принято решение отменить денежное поощрение донорам крови. Это решение, по данным медиков, привлекло к некому спаду в донорстве. Иными словами, желающих сдавать кровь безвозмездно оказалось немного. Раньше у нас не было выплаты, теперь заработала бухгалтерия. И ежедневно с утра с 9 до 4:30 производят выплаты денег. Поэтому мы просим население прийти в бухгалтерию и получить деньги.